Никита Кологривый, актер театра и кино и телевидения, в детстве занимался боксом, но в более зрелом возрасте открыл себе творческие способности. Сейчас амбициозный исполнитель ставит для себя серьезные цели, мечтает о собственном продюсерском центре и уверен, что он обязательно достигнет всего задуманного. 7 ноября 2020 года Никита обрел счастье в личной жизни, женившись на актрисе Александре Петеримовой. Невесту из ЗАГСа он вынес на руках, а в мае следующего года в семье появилась дочь Есения. Счастливый отец выставил в инстаграме фото. Там же стало ясно, что он не только присутствовал на родах жены, но даже сам перерезал пуповину. Рождение дочери принесло в жизнь яркие краски. Он старался смотреть на этот мир ее глазами, понимая, что все неудачи в карьере не стоят сильных переживаний. В ноябре 2023 года, к большому сожалению, Никита сообщил о расставании с женой. Актер признался, что они уже не живут вместе, хоть пока еще официально и не развелись. По словам Кологривого, их отношения стали портиться из-за его постоянной занятости. Он не скрывал, что жертвует многим ради карьеры и серьезных ролей, а также мало времени проводит с близкими ему людьми.